Анонс и точно до выхода 36-й серии сериала «Безграничная любовь». 36-я серия сериала выйдет в эфир 3 сентября. Ранее в сериале мы увидели, как Зейнеп очень жалеет, что она совершила. Девушка просит устроить ей встречу с Халилем. Однако эта встреча проходит не так, как Зейнеп на то рассчитывала. Халиль говорит, что он послушал его последний раз в зале суда. И теперь все, что она ему говорит, не имеет для него никакого значения. И больше он не хочет ни видеть ее, ни слышать от нее, чего бы то ни было. Но это не единственный удар для девушки. Оказывается, что сейчас у Халиля Ибрагима новая возлюбленная. И они собираются пожениться. Эта информация становится для Зейнеп как последний удар. Кажется, что теперь она потеряла любые надежды на то, чтобы вернуть что-то из того, что было. 36-я серия сериала выйдет в эфир 3 сентября. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.